Поехали. Это, кстати, полуфинал, если вы не заметили. Поэтому какого черта вы молчите? Виво-виво! Шутерила!
надо, блядь, почему так тихо? Вы сами все видели, сами все чувствовали. Сейчас, подождите, я весь батл хотел прям попробовать пострелять из кольта. Ну, как у Чехова, знаешь, если на стене висит ружье в начале как бы спектакля, то к концу обязательно выстрелит. Давай попробуем пострелять. Сейчас диджеем мы попробуем это замутить. Давай. Во, подожди, давай на палец. Готов палец, где твой? Ну, Коль, заряди. Где, ну что стесняешься? Пристрелите, пожалуйста, Коль. Да, держи. У кого есть Кольт, может быть, с собой? Давайте все дружно постреляем. Давайте, тут два пальца. Давайте все, давайте, давай, только вверх. Давайте заострим. Нет, нет, нет. Ну все, давайте вверх. Дружно, еще три. Раз, два. Нормально, ну выступим. Ладно, поэтому мы поаплодируем просто. Он сегодня очень круто танцует. И у нас тай-брейк по одному выходу. А, вот так вот. По одному выходу. От одного участника. От одного участника. Ой, извиняюсь, да. Один выход от двушки, от трешки. Один выход. One breaker, one move. Там, как говорится. Я человек иностранца, который здесь сегодня. Буквально через 3 секунды мы узнаем, кто сильнее. А пока что просто поаплодируем ребятам за такой чудесный
за чудесный стиль, чудесное чувство музыки, крутые фишки. Ну давайте все вместе до трех. Раз, три. Раз, два. Побеждаем в этом батле.